Крымские операторы сотовой связи сняли ограничения скорости мобильного интернета для абонентов МТС, купивших сим-карты за пределами полуострова. Теперь туристы, посещающие Крым, не будут испытывать проблемы с доступом к мобильному интернету. Ограничения коснулись прежде всего приезжих с сим-картами оператора МТС из разных российских регионов. Загрузка страниц и файлов на мобильных устройствах туристов была в 4 раза медленнее, чем на сим-картах крымчан с кодом +7 978. На это неоднократно жаловались гости полуострова. В некоторых случаях разница в скорости интернета была 8-кратной. По словам крымских операторов, введенные ограничения были временными. Они связаны с чрезмерным потреблением интернет-трафика на территории полуострова абонентами МТС, купившими сим-карты за пределами Крыма. Крымские сотовые компании пообещали отменить введенные ограничения.